Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Телеканал ТЕТ зібрав першу колекцію модних богинь. І вже сьогодні ми розпочинаємо фінальний батл за звання богині сезону. Усі учасниці – переможниці минулих 4 тижнів. Хто стане фіналісткою? Це вирішиться за допомогою головного фешн-репері, незмінного та неперевершеного Данила Грачова. А компанію йому складе справжній поціновувач жіночих принад Олексій Дурнєв. Відтепер він має свої особливі 5 балів, які наприкінці тижня віддасть улюбленій учасниці. В ефірі «Богиня. Нова колекція». Дивитись нас модно! За звання богині сезону змагаються Каріна Коваль, 23 роки, інтернет-ведуча. Аліса Фей, 26 років, поп-співачка. Діана Міро, 27 років, хаус-співачка. Олена Філонова, 28 років, дизайнер капелюшків. Виборюючи звання богині сезону, дівчатам доведеться докласти чимало зусиль. Тим паче Данило Грачов вирішив ускладнити правила шопінг-батлу. Цього разу саме він дасть завдання 4 красуням. Дівчата, цього тижня ви маєте кардинально змінити стиль ваших суперниць і створити одна одній найцікавіший, на вашу думку, образ. Наконець-то мої руки доберуться до вас, безвкусне. Сьогодні понеділок, тож суперниці мають підібрати образ для першої учасниці – нестандартної та непередбачуваної Каріни. Я интернет-ведущая, и я уверена, что вы все просто видели меня в первой неделе этой программы. Просто меня заметил богатый продюсер. Ты стала звездой? Ну, как сказать, я стала звездой, я становлюсь звездой. Карина, конечно, девочка трэшевая, она такая строещина. Ну, по тебе не видно, твой богатый продюсер, я смотрю, там бриллиантов на тебе нет. То есть... Ты знаешь, что на самом деле богатые люди, они не светят своим статусом. Но богатые люди не работают интернет-ведущими. Богатые люди просто тратят бабло. Сегодня она решила включить звезду, начала играть роль такой гламурной девицы-полудуры. Но самое смешное, что ей это удается. Після участі в програмі Білявка вирішила позбутись образу дівчинки-хлопчика. Тож прагне перетворитися на справжню зірку гламуру. Нещодавно Каріна виконала практично весь старий гардероб і вже працює над створенням свого нового образу. Чи вдається це їй? Красуня готова продемонструвати свій гардероб. Вот это великолепное платье с такой летящей юбкой я купила перед поездкой в Москву к своему парню. У нас все девочки, у которых нет парня, они начинают выдумывать, что у них есть парень в Москве. Я приехала и начинаю же ему рассказывать о своих новостях, о том, что, ну, там, я уже Карина Ковали. Карина на Ковали. Кто ты, прости? Я звезда. Карина Ковали? Конечно, если у тебя фамилия Задрыщенская, то лучше поменять ее на Ковали. Вообще, интернет-звезда Карина Задрыщенская стрельнула бы гораздо быстрее, чем Карина Ковали. По крайней мере, это правда. Посмотрите на меня. Карина Ковали – это просто, как, не знаю, как я балерина. Хотя балерина из меня получилась бы лучше, чем из Карины Ковали. А тебе, Алиса, я хочу прочесть одно стихотворение. Давай, детка. Чего себе, жги. Не злись других и сам не злись. Ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно. Другими словами, зли бы и молча. Знаешь, Лина Костенко, интимная лирика. Карина, в общем-то, такой обычный, повседневный, неплохой образ. Выглядит неплохо. Летом, весной, вот прошлась по городу, покормила голубей. Так, девочки, это платье я когда-то заказала в интернете, и мне казалось, что оно полностью черное. Потом оно пришло, и я увидела, что оно с такой золотой нитью. На самом деле, многие думают, что Бейонсе полностью черная. Но если вы посмотрите на ее задницу чуть-чуть поближе, вы увидите там золотую нить.
Карина, какое-то очень странное платье, мне не очень нравится вот этот вот дохлый воротник. Если бы это платье было бы просто черное, с такой простой горловиной, без всякого блеска, такое вот матовое, тогда бы выглядело бы это прилично. Вы, конечно, удивитесь, почему этот наряд не оказался в мусорном мешке. Мы уже удивлены. Уже поздно было, я шла домой, была в этой юбке, ничто не предвещало беды. И навстречу мне шли бомжи, в первый раз в жизни мне бомжи крикнула: «Что ты выделываешься, у тебя ноги кривые?» И тогда впервые в жизни я узнала, что у меня кривые ноги. Карина, отличный образ. Из него оставляешь парик, носишь его, как говорится, и в пир, и в мир, а вот остальное нужно выбросить. Надеюсь, что вы с полной ответственностью отнесетесь к этому заданию и подберете мне просто шикарные вещи, чтобы один взгляд, и было понятно, что я звезда. Поверь, ты попала в надежные руки. Я сделаю из тебя конфет. Спасибо. Выбирая наряды для Карины, конкуренцию мне составит Лена. Я знаю, что я лучше справлюсь с любым заданием, но они для меня не конкурентки. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Отже, суперниці мають завдання – змінити стиль Каріни та підібрати їй кардинально новий образ. Дівчата озброїлися параметрами головної героїні. На все про все мають 2 години і 2 тисячі гривень. Розпочинаємо нашу модну битву! Вау, какое платье чудесное! В общем, она такая мальчик-девочка, немножечко трэшевая, я так поняла. И я ее решила одеть сегодня по-своему, в стиле бэби-дол. Бэби-дол – стиль, який дозволяє створити образ лялечки – розкішної ідеальної дівчини. Цьому стилю притаманні короткі та пишні спідниці, яскраві кольори та квіткові принти, декор рюшами, стрічками та зав'язками. І ще, коли бэби-дол переворачуєш так на спину, вона говорить: «Мама!» Всегда все вкусно, но тоже не совсем мне понятно, стоит ли покупать этот наряд Карине, потому что мне он больше идет, а она, наверное, будет в нем чувствовать себя некомфортно. Я еще немножко нахожусь в поиске. Лена, платье, конечно же, тебе абсолютно не подходит. Я вообще не понимаю, зачем выбирать платье меньше по размеру? Оно тебя чересчур обтянуло, это выглядит неэстетично. И мне кажется, что и Карине такое платье не очень подойдет. Наша участница Карина решила стать звездой. Но если уже дело зашло так далеко, значит, придется Карине поменять свой стиль и научиться ходить по красной дорожке в шикарных нарядах. А такой стиль называется голливудский. Голівудський стиль з'явився в 20-ті роки минулого століття, коли фабрика мрій своїми кінообразами полонила Америку. Сьогодні голівудський стиль диктують зірки кіно і шоу-бізнесу. Орієнтир – вбрання, в яких вони з'являються на червоних доріжках. Іменно тому голівудський стиль підрозуміває плаття з глибокими декольте, красивими вирізами на спині. Голівудський стиль – це огромна, длинна чорна машина, кокаїн і шампанське крістал. Що у нас за страничка Вікіпедії з'явилась в програмі? Програма «Самий умний»? Чи з хрустальною сову її винесемо? Здесь не хватает, это каких-то золотистых аксессуаров. Мне кажется, что в подобном ретро-наряде могла бы прийти на красную дорожку Кейт Бланшетт. Не могу сказать, что мне нравится это платье, эта ткань. Это какая-то легкая пародия на такой стиль. А поэтому, наверное, для красной дорожки слабовато. Я умерла и попала в рай. Просто столько леопарда. Вообще супер, просто супер. Я бы все здесь, все купила. Ну, я начнем, пожалуй, вот, наверное, с этого платья. Оно такое достаточно секси, я бы сказала, 100% секси. Назва стилю секси говорить сама за себе. Він передбачає відверті сукні, глибокі декольте та силуети, що тісно облягають фігуру. Але все це стане сексі за однієї умови. Якщо під таким одягом ідеальна фігура. Во-первых, леопард. Во-вторых, длина. Третье, декольте. Минус леопардовых платьев в том, что вы можете прийти в одно из ночных заведений Киева, сесть на леопардовый диван
и следующие гости просто сядут на вас. Я думаю, что вот блондинки, такой блондинки, как Карина, стоит обратить внимание именно на леопардовые принты, потому что они очень идут блондинкам, либо брюнеткам. Когда я поменяла цвет волос, я теперь просто схожу с ума по леопарду и скупаю все леопардовое. Главное, чтобы ты не скупала леопардовый кал. Но жена скупает все леопардовое. Возможно, кто-то может продавать леопардовый кал. Отличное платье. Я думаю, это такое сексуальное платье, потому что оно сделано, оно ткань из леопардового принта. Да нет, оно из леопарда. Из настоящего леопарда. Ткань из леопардового принта. Окей. Мне это платье нравится по форме, по силуэту, по крою. Но мне не очень нравится обилие этого леопардового принта. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Щоб вгадати з розміром, дівчата мають підказку – спеціальну таблицю з параметрами Каріни – 84, 60, 88. У грудях та стегнах трохи не вистачає об'єму. Вот оно, вот это платье, которое создает не только такой, знаете, детский вид, но еще и сексуальный, вкусный. Поэтому Кариночке я бы посоветовала изменить свой стиль и быть более женственной, убрать вот этот мальчуковый дефект и стать все-таки настоящей женщиной, леди, девушкой и просто куколкой и красавицей, как я. Девчонки, если у вас такой же очаровательный спасательный круг, как у Лены, то, конечно же, платье с вот таким вот утягивающим ремнем специально для вас. Платье потрясающее. Мне безумно оно нравится, оно 100% в стиле бэби-долл. Ты надела платье лимонного цвета, и его может оттенить твоя белоснежная улыбка. А если говорить об образе, то мне нравится это платье. Мне нравится его цвет, мне нравится его крой. Меня все устраивает в нем. Мне не нравится этот клатч, обувь. Вот это вот все мимо. На знакомстве с Кариной все очень сильно обсуждали ее кривые ноги. Я считаю, что это чушь собачья, потому что у Карины прекрасные ножки. Конечно, прекрасные, как минимум две. Но если уж она так хочет скрыть их, то альтернативой платью может быть комбинезон. Такой комбинезон может стать голливудским, если к нему подобрать классные дорогие аксессуары. Золотой клатч, красивую бижутерию или бриллианты, красивую обувь на высоком каблуке. Тогда такой комбинезон, конечно, заиграет на красной дорожке. Не нравится этот комбинезон, нужно убрать этот пояс и дополнить его, предположим, каким-то жакетом, таким а-ля смокинг, правильной обувью, правильными украшениями, ну и, конечно, красной помадой. Находка, просто находка, вообще платье такое. Боже мой, конечно, находка, достает какую-то комбинацию. Иногда вообще полезна шоковая терапия. И вот, чтобы как-то привести в порядок стиль Карины, я думаю, что вот я предложу ей именно это платье, потому что тут все сразу. В таком платье хорошо знакомиться с родителями жениха, особенно если вы не ведете их в заблуждение с первой встречи. Сынок, так твоя девушка мам, я знаю. Кружево, гипюр, декольте, длина короткая, просто супер. Кариночка, возьми на заметку. Классное такое платье, то есть я себя чувствую в нем какой-то французской куртизанкой. А, куртизанка, вот правильное слово вместо слова. Простите, девчонки. Чувствую себя в нем такой сексуальной, просто в стиле просто секси-пекси. Нечто подобное, но в макси-длине мы видели у Лены Филоновой. И вот ей как раз такое платье подойдет. Спонсор показу – торговая марка Colgate Optic White.
Завдання Данила Грачова – кардинально змінити стиль головної героїні – виявилося не з простих. Без ідеальної пари взуття на дівчат чекає фіаско, тож учасниці поспішають до взуттєвих крамниць. Мені кажеться, ось такі достатньо претензіозні босоножки з різноцвітними стразами на красну дорожку підійдуть отлично. І нашій Каріні, якщо ж вона зібралась стати звіздою, слідує навчитися ходити на такій платформі. Колористика, претензіозний. Берегитесь, українські дизайнери, ми йдемо по вашим трупам. Ідеальні туфлі для Каріни. Вони якраз в такому кукольному цвіті, точніше, ні, в карамельному цвіті для настоящей куколки. Вот, я думаю, що на стиль сексі, вот эти вот босоножки, соответственно, ну, просто 100%. Три образи для білявки Каріни готові. Чи сподобається вбрання, яке підібрали її учасниці? Дізнаємося за мить. Дівчина вже в першому луці і готова дефілювати наймоднішим подіумом країни. Дівчинка мені підготовила подарочок, сюрпризик. Ось таку от конфетку. Наверно, знала, що сладкого я не люблю. Что зеленый пояс, оранжевая сумка. По-моему, это все купила наша карамельная принцесса. Карина, как тебе этот образ? Нравится? Ой, прекрасно. Мне очень-очень нравится. А как ты думаешь, какой это стиль? Я сама назвала для себя этот стиль шикарные туфли. Карина, как ты думаешь, кто выбрал для тебя этот комплект? Либо Диана, либо Лена. Нет, это была не Диана. Значит, Лена. Да, это была я. Да, это была Лена, действительно. Лена, а как ты его назовешь? Ну, могу сказать, я изначально хотела сделать из нее бэби-дол. Но поскольку я сначала думала, знаете, пышные юбки, там яркие какие-то, карамельные, там, не знаю, ну, сумасшедшие бантики. Потом я такая, стоп, я же не для себя выбираю, а для Карины. Поэтому я решила ее детально сделать яркой и, ну, по-своему куколкой. А сейчас я куколка? Куколка-мяуколка. Алиса, как тебе этот образ? Тебя ничего в нем не смущает? Платье и туфли, да. Вот все остальное, вот этот пояс непонятный, сумка, вообще, серьги, я просто вообще молчу. Это позорище просто. Ну что ж, это был твой первый выход здесь на подиуме. Отправляйся сейчас за кулисы, переодевайся, и мы ждем тебя во втором образе. Так, этот стиль я назову «Роскошная богиня», потому что я в нем роскошная богиня. И я уверена практически, что мне подобрала его Алиса. Игривый стрелкообразный разрез впереди платья, как бы говорит нам, там самое интересное. Карина, это твой второй образ здесь на подиуме. Как ты думаешь, какой это стиль тебе подобрали? Я могу сказать, что это стиль, например, золотая ш... Ну ладно, допустим. Как ты думаешь, кто подобрал тебе этот образ? Я думаю, что это Алиса. То есть как образ золотой, так Алиса? Нет, дорогая, ты не угадала. Это была... Диана, явно ты не думала, что это образ золотой ши***. А здесь нет ничего супер открытого и вульгарного. Достаточно строгий наряд. Образ создавался в голливудском стиле, то есть для выхода на красную дорожку. Алиса, что ты скажешь по поводу этого образа? Карина похожа в этом костюме мне на мою любимую певицу Патрисию Кас. Поэтому мне нравится Карина, супер. Карина, отправляйся за кулисы, переодевайся. И мы ждем тебя здесь на подиуме в третьем образе. Я этот стиль назвала бы, не знаю, какой-нибудь wild. Wild style. Карина,
Алина, ну как тебе этот третий выход? Нравится тебе этот образ? Этот образ настолько агрессивный, что меня чуть не убил. Прямо вот здесь на подиуме. Я его боюсь. А, конечно же, тебе этот образ выбрала Алиса. Я руководствовалась тем, что Карина поменяла фамилию, теперь она Карина Ковали. Поэтому, слушай, ну как бы под твою фамилию, по-моему, идеальное платье. Алиса, какой ты стиль подбирала для Карины? Секс. Секси стайл. Ну, как-то его маловато, не знаю. Может быть, в Карине его маловато. В Карине маловато, да, я с тобой согласна. Карина, это был твой третий выход на подиуме. Выбирай наряд, который понравился тебе больше всего. И мы ждем тебя здесь. Карина, выходи. Ты все-таки выбрала тот комплект, который подобрала тебе кто? Лена. Почему? Ну, понимаешь, мне вот очень нравятся туфли, очень нравится платье, очень нравится цвет. Да, нет бриллиантов, но не нужно требовать от жизни слишком многого, понимаешь? Девочки с фамилией Ковали, по-моему, глупо говорить такие вещи. Ну ладно, не вопрос. Лена, ты довольна? Я счастлива! Финальный образ Карины. О, он самый лучший. Он действительно на ней хорошо смотрится, сидит. Это все в ее стиле, пускай и в новом, но тем не менее, наконец-то Карина будет прилично выглядеть. Сочетание цветов классное, и Карине идет. В этом платье Карина никогда в жизни не станет звездой, потому что вкус у нее ужасный. На нашому подіумі сьогодні дуже модно. Карина вже вибрала найкраще на її думку вбрання. Час їй поставити оцінки всім трьом образам. Діані я ставлю 6, Алісі я ставлю 8, Лені я, понятне діло, ставлю 10. Обраний Каріною лук автоматично має 10 балів. Ну а в тренді він чи ні? На це питання здатен відповісти лише наш фешн-експерт Данило Грачов. Час дізнатися його професійну думку. Діана, за твой образ для Каріни я ставлю 4 бала. Я не совсем согласен з тим, що це голівудський стиль і образ для красної дорожки. Ну, все-таки це більше якесь коктейльне плаття. Аліса, да. За твой образ для Каріни я ставлю 4 балла. Да что такое? Постоянно 4 мне ставят. Ну, засуживает ведь. Ты хорошистка! Платье, которое очень спорное, его нужно обыгрывать, его нужно дополнять разными аксессуарами. Образа не получилось. Мне понравилась только обувь. Но если бы я была в этом платье, то, конечно же, ты бы поставила оценку больше, потому что на мне оно смотрится лучше. И я считаю, что Карина просто, она не доросла еще до леопарда, и тем более до того, чтобы носить фамилию Роберто Ковали. Лена, за твой образ для Карины я ставлю 6 баллов. Мне понравилось это платье, и мне понравились эти туфли. Все остальное мне показалось не совсем уместным. Спасибо. Я все равно довольна. По крайней мере, я уже вижу, где мои ошибки. Отож, підсумуємо. Аліса вдягла Каріну на 12 балів, Діана дістала 10. А найвищу оцінку 16 отримала Олена. Усе може змінитися. Попереду ще 3 дні шопінгу. До того ж, неперевершений Льоша Дурнів має право на свої 5 балів. І це оцінка не за одяг. Хто отримає його додатковий бал і стане богинею всього сезону? Дізнаємось в четвер. А вже завтра дівчата підбиратимуть образи для балакучої Аліси. Не пропустіть! Буде модно! Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White.